Театр-театр и Институт современного искусства в этом году набирают студентов на второй совместный курс «Артист музыкального театра». Студентов будут учить актерскому мастерству, сценической речи и движению, танцу, вокалу, пантомиму и много еще чему важному для артистов. Экзамены будут в июле, и сейчас начались творческие консультации. Нам надо очень творческих, нам надо желающих учиться, желающих стать артистами и быть артистами в театре. В этом ли, в другом ли, но в данном случае мы приглашаем в наш театр и хотим воспитывать для нашего театра. Да, и у нас, конечно, много музыкальных спектаклей, драматических, и музыкальных. Нам важно, чтобы человек был способен и к драматической игре, и к музыкальной подаче, потому что много музыкальных спектаклей. Консультации мастера и педагогов необходимы для того, чтобы разглядеть среди желающих учиться будущих студентов, тех самых талантливых ребят, что потом станут артистами театра. В этом году набирают курсы из 30 студентов, причем половина из этих ребят будут учиться на бюджетных местах со всеми положенными льготами. Это вообще сейчас достаточно редкое явление, как бы бюджета становится все меньше, даже вот все московские вузы, там нет таких, таких чисел уже, 15 человек на бюджете, они тоже набирают помногу, может чуть меньше, и это я к чему говорю, что все в Москву, как три сестры, но там их ждет огромный конкурс, туманные перспективы. А здесь мастера набирают студентов для себя, ведь весь процесс обучения будет проходить в этих стенах в театре-театре. Пример выпуска этого года: из 19 человек 15 уже работают в театре. Педагоги театра-театра выпустили совместно уже 3 курса, у них есть авторские методики обучения. Они находятся внутри театра, они этику театральную воспринимают не на словах, а на практике, и они уже с какого-то курса, в нашем случае уже с 3-го курса, они, уже входили в спектакли, у них уже были там свои спектакли на 4-м курсе, и сегодня они принимают участие. Они остались в театре, но у них уже своих спектаклей только там не один. На консультации педагоги оценивают умение двигаться, раскованность, смелость, раскрепощенность. Учиться студенты будут 4 года. Для поступления на курс абитуриентам нужно подготовить чтение прозы, стихотворение, басни, а также вокальные и танцевальные номера. Петь надо обязательно. Театр ждет молодых и талантливых, но не только. У нас на предыдущем курсе несколько человек уже с высшим образованием учились и получали второе высшее, и с красным дипломом закончили, и сейчас в репертуаре уже исполняют центральные роли, и, собственно, они на таких ведущих позициях в театре. И, в общем, мы открыты ко всем, мы готовы посмотреть, послушать всех, в любом возрасте. Ну, конечно, если человеку уже за 30, вряд ли он пойдет на дневное обучение, но вот в этом пределе от 17 до 30, пожалуйста, это диапазон, если человек готов обучаться. Консультации продолжатся 31 мая, 1, 5, 12 и 20 июня. Приходить на них стоит лишь по записи. Всю информацию вы найдете на сайте театра-театра и в его социальных сетях. Посмотрите внимательно, а вдруг это именно ваш шанс стать артистом театра-театра.